Yeah, the hate, the grind, the sweat, the blood, the time, my motivation. I work too hard, too long, and I'll be in the conversation. My team been up, way up, ain't nothing less than domination. I got the game and save with lock and key and combination. Хиджаб — это первое в мире фитнес-приложение для женщин-мусульманок, которое позволяет заниматься спортом в любом удобном месте, в любое время, без какого-либо дополнительного спортивного оборудования. Все видеоинструкции выполнены женщинами, которые не оголяют частей тела, тем самым соответствуя ценностям нашей аудитории. В прошлом году принимал участие в мировом триатлоне Ironman. Я был совершенно шокирован одной девушкой. Проехала на велосипеде 90 километров, пробежала 21 километр. И все это в хиджабе, на 40-градусной жаре. «Вау», — сказал я себе, — «нужно больше девушек вроде нее». Had a lot of friends in the past, when a quit on me, had a fold. I remember being told, son, don't ever say it's old. For the girls, for the girls. Среди 165 тысяч заявок мы вошли в числа топ-100 участников стартапа «Стамбул». Это авторитетная стартап-конференция. Там уже мы вошли в число топ-10 финалистов. Наши отечественные IT-специалисты очень высокого уровня. Рынок Кыргызстана, он крайне ограничен и имеет очень низкий потолок, что в итоге ограничивает потенциал хороших идей. Motivation.